Линарис расстался с тренером перед боем с Ломаченко. Исмаиль Салас будет готовить Дэвида Хая к реваншу против Тани Белью. Чемпион мира по версии ВБА в легком весе Хорхе Линарис, 44-3-27 ко, перед стартом тренировочного лагеря перед боем против обладателя титула ВБО во втором полулегком весе Василия Ломаченко, 10-1-8 ко, расстался со своим тренером Исмаилем Саласом. Это произошло из-за того, что Салас будет готовить Дэвида Хая, 28-3-26 ко, к реваншу против Тани Белью, 29-2-1-19 ко. Линарис уже не со мной. Он предпочитает оставаться и тренироваться в Японии и Лас-Вегасе. Я не могу поехать с ним из-за подготовки в Лондоне Дэвида Хая к реваншу против Тани Белью в мае. Поэтому мы разошлись. Линарису нужен опытный эксперт, человек, который сможет направить его на правильный путь. Поскольку Хорхе ждет большая шахматная партия и ему понадобится план, сказал Салас в интервью Boxing News Online.net. Напомним, 21 марта стороны официально объявили о проведении боя Ломаченко, Линарис 12 мая в Нью-Йорке. Напомним, ранее не исключался вариант, что Линарис будет готовиться к бою против Ломаченко совместно с Хэем. Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram по материалам сайта newsgra.com.